Всем привет, друзья, вы на канале SkyTop Games, и сегодня у меня такой гайд, что делать, если вы купили, допустим, игру, но в библиотеке Steam она у вас не отобразилась. То есть средства у вас списались, проходит минута, две, пять, десять, час, два, три, но в библиотеку она не добавилась. Сейчас я вам все покажу. Все игры возвращают вам в вашу библиотеку и ее добавляют. Объясню, почему так происходит. Это бывает из-за сбоев серверов Steam. Либо когда идут какие-то распродажи и сервера не успевают раздавать ключи, раздавать игры. Такое может произойти, если вы покупаете игру на наличные деньги с вашего Kiwi кошелька, с карточки. Я, честно говоря, с этим не сталкивался, но вот мой хороший знакомый столкнулся, я помог ему, и сейчас я вам покажу, что делать. Не нужно паниковать. Смотрите, значит, что нужно делать? Заходим в справку. Здесь есть служба поддержки Steam. Заходим сюда. Дальше нажимаем «Игры», программы и так далее. Далее. Не надо здесь ничего нажимать. Допустим, вы покупали игру BIMNG. На примере BIMNG. Вводите ее название. BIMNG Drive. Не знаю, какая-то у вас другая может быть игра или еще что-то. Вы ввели. Дальше. Нет в библиотеке. Связаться с поддержкой Steam. И вот дальше, смотрите, первый шаг. То есть, чтобы точно определить, с чем связана ваша проблема, клиенту Steam потребуется получить сведения о комплектующих компьютера, системных ошибках. Здесь вы ставите галку «Да, я разрешаю собирать необходимые сведения». Это обязательно. Далее, вот здесь вы описываете... Как можно четче опишите вашу проблему. Во сколько, когда, в какой день была куплена ваша игра. Какая именно. И самое главное, ребята. Перед каждой покупкой игры делайте скриншот. Либо, не знаю, сохраняйте чек. Как делать скриншот на компьютере? Это одновременно двумя нажатиями клавиш Windows и Print Screen. На вашей клавиатуре. Обязательно делайте это. Это очень хорошее доказательство. Описываете здесь проблему, прикрепляете ваш скриншот и отправляете в поддержку. Все. В течение суток вам вашу игру, которую вы купили, денежные средства списались, вам ее добавят в библиотеку, вы будете счастливы и довольны. Ну, если тебе данный гайд помог, пальчик вверх, подписка на канал. Всем пока!